Northern Storm Future возвращается на ваш экран. У нас очередной поединок. В этот раз 2 на 2. Команда AlexD против команды Anti-Sanctions. И у последних некоторые недопонимания, кто же из них начнет поединок против D. Не кажется, что стервятник и что гризли, что диета рестлер, но вот кажется, сейчас они изменят свое мнение по этому поводу. И первая передача так уже со стороны команды AlexD, и они вдвоем забивают стервятника в углу. Мы видели на прошлой неделе, как команда AlexD выручила Алькора, и по крайней мере, если не принесла победу в матче 3-3, то хотя бы спасла от завершения карьеры. Ведь Соколов давал отчетливо понять, что он готов покончить с масочником, но не тут-то было. Ну а еще неделю ранее вот эту пару на ринге мы уже видели. Алекс и Стервятник бились 1-1. И победу тогда одержал Алекс благодаря своему болевому приему на ноги. Однако, пока я все это рассказывал, команда Anti-Sanctions вернула себе инициативу. Гризли зажал в углу Алекса, проводит ему отличный бросок через плечо, еще и пинок на спине, и в голову. Алекс, вставай! Да, тяжелая ситуация оказалась. Не так все просто для главных, наверное, все-таки дебютантов. НСДВ нашел 7 декабря. По крайней мере, именно так проголосовали зрители и фанаты в официальной группе ВКонтакте. Большинство голосов было за команду AlexD. Но, как видим сейчас, Anti-Sanctions владеют инициативой и болевой на левую ногу. Очень серьезный захват. Ди пытается подобраться в нужную сторону к канатам и даже пододвигает их Алексу. И в итоге, по крайней мере, не было поражения от болевого. И выходит уже Стервятник. Попытается взять в этом поединке он реванш за то самое поражение. Наверняка очень обидное для него. Сейчас очень активно работает в углу, душит. Судья отчитывает. И отчитывает до 4. Нельзя больше 4 секунд держать вот так вот соперника в углу. Душить его и так далее. Короче, вот дисквалификация. Чего явно бы не хотелось никому. Ни рестлеру, ни зрителям. Стервятник разгоняется и клоузлайн. Упущий клоузлайн и что-то еще. Что-то еще. Это будет бросок, который не выходит. И, наконец-то, попытка ответа от Алекса. Сворачивание лишь 2. И хайкик. Прямо в голову. И, кажется, будет командная атака в исполнении AlexD. Запуск и двойной дропкик. Очень синхронно, очень красиво. Удержание. Но этого мало. Ди на ринге. И что он хочет сделать? Ой-ой-ой, бросок с плеч какой-то опасный мог бы быть, не вышло. Стервятник, кик в живот, разгон и клоузлайн мощнейший. Но кажется, Стервятнику все ни по чем. Два промхайкиками здесь поймал. Что творит Ди? Это четверка, знаменитый захват четверка. Захват, который стал знаменит благодаря Рику Флэйру. Впервые используется в NSW. Не так много вариантов, как из него выбраться у Стервятника. И он выбирает простейший — добраться до канатов. А сейчас уже будет тяжело передвигаться по рингу после такого. Стервятнику ноги явно не в порядке, будет он хромать. Иди старается это использовать. Запуск и клоузлайн мощный. Очередной.
Мощный клоузлайн. Разгон один. И что в итоге? В итоге какой полет? Как это должно было быть больно? Перлятник перекидывает через себя Ди. Бэкбади дропом за канаты. Да, это должно быть очень неприятно. И что дальше? Перлятник. И Сервятник улетает с Энтоном через третий канат. Что будет дальше? Что будет дальше? Очень сбивчивый темп поединка. Устали оппоненты. Уже очень долгое время Сервятник и Ди находились на ринге. И вот она, передача тага. Первыми преуспели в этом антисанкции. И что? Будет командная атака. Еще одна командная атака. В этот раз уже в исполнении команда антисанкции. Это запуск. Да, и две подряд атаки в углу. И третья туда же добавляется. Это уже более оригинальное исполнение. Сервятник и суплекс. Рыбацкий суплекс с удержанием. Но это только два. Да, кажется, Ди выдохся. Нужно ему пытаться поймать второе дыхание, либо просто как-то добраться до своего угла, передать так Алексу. Вместо этого вот так вот он напрыгивает из последних сил. И все-таки Алекс в поединке. Алекс в поединке. И вот он свеж. Он отдохнул. Несколько минут он стоял в своем углу. И сейчас он начинает свою убойную серию. Удар пяткой, прям подбородка, удержание. 2.5. И вновь так немножечко сбивается. Алекс исполняет коронную комбинацию, завершающуюся апперкотом. Одним из самых мощных апперкотов, что в принципе мы можем наблюдать. И что, теперь ответ уже, командный ответ от Алекс Ди. Запуск на Гризли. Сначала Алекс, а затем Ди. Отличный влет и еще и добавление локтем по позвоночнику. Так можно серьезную травму заработать. Удержание. Только два. Только два. И почему-то Ди сам разорвал удержание. Не понятно, зачем Гризли сворачивает. Два. Но благодаря этому Сервятник вновь в поединке. И кажется, он готов. Он готов заканчивать этот поединок. Он уворачивается от клоузлайна. И это модифицированный катер с разворотом. Удержание. Раз, два. И Алекс разрывает. Это могла быть победа, если бы не Алекс и его вмешательство в этот поединок. Сервятник, вновь они с Алексом на ринге. Как 2 недели назад, так и сейчас, но уже Ди подключается. И в итоге ситуация это уже в пользу Алекс Ди вырисовывается. Несмотря на то, что Ди получил коронный прием Сервятника. По-моему, это выход. Это выход на ту самую комбинацию, с помощью которой была побита Надежда Америки. Это DDT плюс немецкий суплекс. Вместе это детонатор. И кажется, будет добивание сплэшем в исполнении Дио на третьем канате. Он летит. И прилетает точно в цель. 3 удара. Победа достается Алекс Ди. И на этом моменте я вам говорю до свидания и до следующих встреч.